Хочешь начать играть в Warface с топ-пушками и множеством випок? Тогда регистрируйся по первой ссылке в описании, потом переходи по второй и забирай кучу халявы. Также привяжи свой номер телефона на сайте игры и получи еще 7 дней випки. А с супервипом до ветеранов ты докачаешься за пару часов и нагнешь всех. Все ссылочки в описании. Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас рубрика 2 на 5, и в гостях у нас сегодня. Да. Такое тоже бывает, ребят. Это Элис. Здорово, Серег. Приветствую. Так, что, давай ломаем кабинусы. Давай, давай. В единице есть пункту. Да. Один там где-то один. Под мостом, что ли? Еще один там. Пункту? Нет, чуть глубже, по-моему. Что-то. Мина на Аке. Ставлю. Ой-ой-ой. А откуда? У пункта. Куда? Все, снова. Ух ты, а вот этого я не заметил. Так, нам надо... Топтался. Нам надо что-то замутить. Короче, у них два... Двойку? Три снайпера. Пошли двойку, да. У них три снайпера, пойдем двойку. Я бомбу скинул. Мне кажется, можно дымка им кинуть куда-нибудь. Да, можно. Но я гранату сейчас на дерево дам и выйду. Я думаю, здесь ключевое это ходить вдвоем. Ну да. Ставлю. Не, подожди. Понял. Здесь ставить невыгодно, почему? Потому что люди начинают в пятером сразу бежать, и там залп начинается. Ух, красава. Так, один видишь в спине, и где-то штурм. Я в домике. Один на коротке. Так, он у себя там на респе, на дальнем. Ага, и один у меня. А он что, не идет? Не собирается? На воде где-то. Команда врага уничтожена. Так, ну они красава, снайперов вот не убрали. Погнали, короче, еще раз. Потому что у них до сих пор три снайпера, вот, а на единичке что-то там как-то тяжеловато будет там заходить, я думаю. Так, я дерево, гранату даю. Там еще дерево есть. Да, слышу. Да. Первый этаж. Ставить. Так, я смог дырку дал. Че, попробовать поставить? Нет, план попасть. Ага, хорошо. Еще спина. Вот этот без шумка ходит. Вон где-то. Дерево. Все нормально. Вот тут ащер-то какой, а? Я вот что-то не успеваю что-то сделать. Да нормально все, что ты, это же как бы ритм open cup. Для меня могу сказать, первый раз играю РМ в таком виде. Наверное, осторожничаю. Многое бывает. А пока я это делаю, ты всех забираешь. Да нет, ты не осторожничай, можешь бежать, убивать их, в принципе. Если что, я там постараюсь затущить. Если вдруг там сольешься. Ну или я сольюсь. Так, один. Да, ты видел, где? Что-то какие-то странные ребята против нас играют. Не шибко активные. Ой-ой-ой, один, короче, в спине. Много в спине. Двое в спине, один за дыркой. Хорошо, спина твоя. Плент. Ага. Ну, бывает. Но тут они с двух сторон вылезли. Такс, они до сих пор... А, все, у них один снайпер, теперь можно единицу идти. Тебе подсадку дать? Через верх пойдешь? Или я через босс? Я вообще люблю там ходить. Это моя любимая. Да, дай мне подсад. Я сейчас сверху их там постреляю. Давай. Так, ну ты пока никакой. Меня напрягает, что один чел играет без шумка. Че, справа есть. Так, я иду к тебе. Еще.
там еще. Еще, еще, еще там же. Еще, еще. Хорош. Че, крушитель? Нормально, нормально. Так, вот сейчас, сейчас, вот нам нужно что-то придумать. Смотри, нам нужно, давай, короче... Я по инфу подаю тут как снайпер маленько. А, ну, окей. Если рафик... Один, дв... будет, один прошли. Всего. Так, на мосту снайпер улыбится. А-а-а. Уже план. Справа обходит у меня. Убивай его. Хорош. Тройка. АК. Бомба тут у меня. Тут просто красава, слушай. И минивэн. Да, минивэн, я слушал. Он уже АК, АК уже. Ай, коряво зажал. Этого никто не видел. Ну, ну что-то на самом деле как-то простенько. Так, давай ты на единицу пойдешь, я на двойку, может быть. Или вдвоем на двойку пойдем, потому что что-то мне подсказывает. Прям вот, ну, давай, чую одним местом. Но, по-моему, они на двойку идут. Нет, это единица. Нет, есть у меня один. Мост убил. Тройка. Нормально. Работает там он, как говорится, челик просто, ну, ты тупо просто левел. Просто зверь, могу сказать, ты много разминал сегодня? Ну, как, мы сегодня играли три. Против этого. Против разных-разных команд. Оооо, как же я стреляю профессионально. Короче, нет, их много, они идут на один. Через тройку. Это было жестко. Это было жестко. Это прям было сочно, я бы сказал. Он с одной пули меня убил. Так, это тройка, по-моему. Тройка. Че, вода, что ли? Да, двойка. У меня заходит. Снайпер у меня на мостике. Куда? К трактору. Он один там остался. Ну ты слушай, просто убийца. Мне даже не пришлось стрелять. Вот если бы ты где-нибудь там за мной бы полз, как я рассчитывал, я бы больше настрелял. А ты куда-то там бегаешь, всех убиваешь. Я не знаю, что делать-то? Видимо, решил... Чтобы я так на расслабление. Не, ну слушай, играл. Слушай, и если, в принципе, вот если вот так вот прикинуть, да? Скилл-тест не против тебе устроить? Ну, я, вот это вот то давай, самое, как давай. Раз, что ты думаешь. Давай, я на это и рассчитал. Давай, за сколько тысяч лайков будем скилл-тест делать? За 500 лайков сделаем, давай. За 500 лайков? Понял, изи, понял. Как бы вопрос не имею. Ребзи все услышали, все, всем огромное спасибо за внимание, всем удачи, давайте, пока-пока.